В эфире РБК Дейли, краткий финансовый гид о событиях, влияющих на наши деньги. Сегодня поговорим о том, куда уходит доллар, кому турецкая лира уступила звание самой рискованной валюты в мире и о несостоявшейся встрече двух лидеров. Bloomberg вернул рублю звание самой рискованной валюты. Рубль впервые с середины мая возглавил этот рейтинг. Этому способствовала ситуация на нефтяном рынке, а также действия турецкого центробанка. Турецкая лира впервые за полгода уступила звание самой рискованной валюты в мире российскому рублю. В своих расчетах агентство основывается на данных о действиях трейдеров, готовых купить и продать валюту на рынке. Мы в очередной раз видим, что рубль просто валюта крайне слабая, и валюта, зависящая от внешних обстоятельств, она действительно уже абсолютно отвязана от нефти, как курс рубля отвязан от нефти, и неважно, сколько стоит нефть, 60 или 70 долларов за баррель, рубль на это реагирует очень слабо, гораздо сильнее реагирует на настроение иностранных инвесторов. Вышла новость о том, что доля иностранных инвесторов ОФЗ еще снизилась, по-моему, достигла уровня 25%. И, казалось бы, чем меньше инвесторов в ОФЗ, тем лучше для рубля, потому что тем меньше угрозы, да, для него. Но, тем не менее, я спешу напомнить, что в 2014 году эта доля снижалась ниже 20%. И поэтому емкость этого рынка еще достаточно велика. Более того, государство начинает снова проводить новые аукционы по размещению ОФЗ, и вполне возможно, что в эти новые аукционы снова будут заходить иностранцы. Вот, поэтому эта угроза сохраняется, и поэтому рубль будет крайне уязвим к любым политическим ситуациям, которые случаются. Поэтому, скажем так, инвестор, который хранит деньги надолго и всерьез, должен задуматься о том, чтобы разместить их как в рублях, так и в долларах, возможно, даже в евро. К слову о долларе. У нас нет цели уходить от доллара. Доллар уходит от нас. И те, кто принимает соответствующие решения, стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше, пояснил президент Путин во время инвестиционного форума «Россия зовет», прошедшего на днях в Москве. Ситуацию о реакции валюты на происходящее мы попросили прокомментировать коллегу Данила Бабича, экономиста и ведущего аналитика телеканала РБК. Здравствуйте. Привет, Данил. Так куда же уходит доллар? В какие города? Спасибо за вопрос. Президент Путин, конечно, высказал очень разумную мысль. Его посыл состоит в том, что мы от доллара не отказываемся, но есть определенные риски, которые Россия не может на себя брать. Собственно, с этими рисками жить нам все равно придется. Если с точки зрения простых граждан смотреть, то в некоторых случаях вариантов кроме доллара у нас нет. В принципе, доллар и сейчас остается, и судя по всему, это ясно из многих интервью, которые давали в том числе и топ-менеджеры ВТБ «Капитал», тот же Андрей Костин, глава банковской группы ВТБ. Все равно, если процесс дедолларизации пойдет, он у нас запускается, этот процесс займет очень много времени. Это может быть 10 лет, может быть 20 лет, потому что доллар был, есть и какое-то время, может быть долгое время, может быть неопределенно долгое, может быть менее долгое, будет основной резервной валютой. От этого никуда не уйдешь. Возьмем такую валюту, как евро. Евро уже около 20 лет. И создавалась она не с бухты-барахты, и не вдруг, создавалась она годами, даже десятилетиями. И несмотря на это, до сих пор процесс дедолларизации внутри еврозоны еще не завершен. Почему? Потому что к доллару все привыкли, доллар – это привычно, это удобно. Ну, аналог простой. Есть железная дорога, но вас она не устраивает. Например, дорого ездить или неудобно. Можно, конечно, построить параллельную дорогу рядом, если у вас есть для этого возможности, средства, время и прочее. В основном большинство пассажиров будут до сих пор перемещаться там, где они привыкли, и добираться тем путем, который оптимален. То же самое и с долларом. Просто это немножко разные понятия, несколько разные сферы, но принцип один и тот же. От доллара мы никуда не уйдем. Доллар от нас тоже, наверное, никуда не денется. Просто существует такая вещь, как санкции. И, собственно, наш президент признал, что санкции – это серьезно, как бы мы к этому ни относились. А повестка форума касалась только ли московской реальности? Был ли рассмотрен KPI регионов и их проблемы? Ну, что касается форума ВТБ «Капитал», то нужно не забывать, что это, прежде всего, инвестбанк, а все финансовые вещи у нас
все-таки находится в Москве. Хорошо это или плохо. Что касается регионов, есть такая вещь, как специализация, как разделение труда. Она присутствует и в мире, в мировой экономике, присутствует и в России. Каждый регион он особенный. Россия большая страна. Возьмем даже такую маленькую страну, как Швейцария. Там каждый кантон он отличается от другого. Возьмем кантон Цюрих, кантон Женева или какой-нибудь кантон Ури. Абсолютно разные экономики, и соревноваться им сложно. Что касается KPI, про который упоминал Максим Орешкин, это все здорово, но пусть занимаются этим чиновники на своем уровне. Я думаю, что самый лучший KPI для регионов – это все-таки честные выборы, когда люди выбирают тех представителей, которые лучше и действуют в их интересах. Если вот такая оценка в какой-то степени затруднена или отсутствует, тогда возникает необходимость в каких-то дополнительных показателях. Но здесь есть определенная сложность и риск того, что чиновники будут ориентироваться на вот эти вторичные показатели и будут забывать о самом главном. А вообще, действительно, регионы у нас очень и очень разные, и лучше решать все свои проблемы на местах, потому что именно на местах яснее, что для региона хорошо и что для региона плохо. Сибири привет! Спасибо! Спасибо, из Сибири Даниил Бабич, специально для РБК «Новосибирск». Президент США Дональд Трамп отменил встречу 1-1 с Владимиром Путиным после того, как Россия захватила украинские корабли и моряков в Керченском проливе. Трамп в четверг написал об этом в Твиттере, находясь на борту своего самолета по дороге на саммит группы 20 в Буэнос-Айресе, где лидеры должны были встретиться на этой неделе. Решение об отмене первой после июльского саммита в Хельсинки встречи 1-1 усиливает напряженность между двумя лидерами и знаменует собой резкое изменение стратегии Трампа по налаживанию более теплых отношений с Кремлем. В своем следующем твите Трамп оставил открытую возможность для новой встречи, как только недавний инцидент с Украиной будет разрешен. Я с нетерпением жду содержательного саммита, как только эта ситуация будет разрешена. На этом все. О других значимых событиях, влияющих на наши с вами деньги, в следующих выпусках РБК Дейли.